Прикольно, мы хорошо отдохнули. Я же говорю, кто с нами порадовался, всем огромное спасибо. Всем понравилось. Вот я уверена, что всем понравилось, потому что я же говорю, что сейчас не каждый имеет возможность вот так вот выехать на природу с такой большой толпой, да? Компанией. С компанией, чтобы в компании все вот так вот друг друга понимали, чтобы вот так вот просто бесились, как дети. Ну, мы реально как дети бесились. Нам было пофиг, понимаете, сколько там лет. Кто у нас, кстати, самый младший был? Олежка, наверное. Олежка? Угу. Да, Олежка самый младший. Да, кстати, там кто не заметил Олега, он был. Спросили за Аню. Да, был там Олег, но это просто, знаешь, я говорю, как это можно было Олега и не заметить его. Надо просто не перематывать видео. Да, да, да. Вот, это самое. За Аню спрашивали, почему типа не было Ани, все такое. Это уже у Олежки спросить. У кого есть Инстаграм Олежки, у кого есть там на канал, можете написать, он там иногда периодически заходит. Он сказал, что у нее не получилось. А как у них там, что, я ж не буду в душу человеку лезть, правильно? Они как молодо-зелено, как говорится. Да, так, Олежка же уже как бы, ну, как видите, он немножечко... На другой работе, уже ж не со мной работа. Да, и вот. У них там свои дела и все остальное. Человеку в душу не будешь лезть, там, ну, в общем, вы поняли, да? Так, что у нас еще такого интересного? Как там, что там? Вроде бы таких вопросов прямо не было. Что, да как, да чего, да? Угу. Чтобы мы вроде все так красиво показали, все рассказали, где мы были, чем мы... А, ну спрашивали у меня, а где этот розовый слон находится? Девчонки, мальчишки, вот наша Балашовка старая заканчивается для кировоградцев. И сразу же через трассу, получается, Обознавка начинается. Кольцо. Ну да. Через кольцо. Объездная. Ну, да, но если едете через Балашовку, на крайнюю улицу заезжаете, сразу через трассу, вон она, сразу там вывеска, розовый слон. То есть вот так вот. Вот. Ну, это аж 4 километра. Да. Вообще недалеко очень. Пешком классно. Можно пройти. Да. Ну, короче, вообще вот так вот. Что у нас еще интересненького такого произошло, случилось? Что, ребята, я вчера на хороших тех самых. Вот, встал, проснулся, покушал. Вот, да. Мы тоже записали видео. И пошел, покрасил еще одну стенку. А, думаю, что он рассказывает. Да. Да, да, да. Покрасил еще одну стеночку в комнате. Вот. Что вчера еще? Машину помыл. Кстати, Даша кусочек заснял. Надо куда-то вставить. А что у нас тут происходит? Николай там что-то пылесосил, мыл. Что-то она очень грязная стала в последнее время. Так мочалкой этой же. Или тряпкой. Я уже ее намылил, понял. А ничего не будет, что ты холодной водой со шланги моешь? Не, а что? А хотя вечер уже, в принципе. Уже же она же не горячая. Ага. Стекла не под солнцем. Рукой. Может, тебе мочалку принести? Похоже, уже остатки. Потому что не отмылась длина. Чего-то не отмылась. Надо какую-то мойку хорошую. Угу. Или на мойку ездить. Или на мойку поехать. Что, так можно было завтра на мойку заехать? Там же как раз здесь там рядом. Чуешь? А вот у фарах внутри. Как это вымыть в фарах внутри? Разбирать. Какое-то грязное что там. Угу. Да. Что-то там. А вот это вот там внутри это что такое? Это уже потускнело, мне кажется, от времени. От старости. Это надо разобрать, наверное, почистить. Такие пироги. Да, ты, кстати, хотел наклеить вот эти штучки, такие наклеил, да? Угу. Очистил? Да, да, вроде вот очистил. Пусть мухобойку уже приготовил. Угу. А, насчет подарков еще было. Насчет подарков я уже, по-моему, во вчерашнем видео сказала, что для нас, понимаете, каждый подарок, он уникальный, потому что человек его собирал своими руками, он думал, он вкладывал туда свою душу, правильно? Конечно. Что-то фантазировал. И тем более наши же друзья, понимаете, они же знают прекрасно там наши вкусы, наши эти, как они называются, предпочтения и все остальное. И раз человек решил подарить такой подарок, значит, он знал,
что к чему и какой. У них там свои приколы, у них там свои какие-то эти вот. Вы тоже понимаете, нельзя человека мерить по финансам. Ну как, вот, допустим, если друзей всех мерить по финансам, то тогда и друзей не останется. Реально. То есть, ну как вот можно человеку... Откуда у такого человека будут друзья, если он будет по финансам их мерить? Вот просто, понимаете, есть, я не знаю, ну вот нам написали некоторые подписчики, без там такого, знаете, как бы наезда и все остальное, ну чуть-чуть был наезд по поводу подарка, что вот, и люди пишут, ну которые, допустим, нас давно смотрят, и не хейтеры какие-то, ничего. Просто хочу объяснить, что, допустим, как у нас, в нашей семье, да, у нас нету вот этого вот... принес там что-то, или принес там, сколько раз мы приглашали тоже людей, угу. Людей нет, ну нет финансов, ну как, приходит человек к нам в гости, мы хотим просто его видеть, мы еще и с собой надаем, да? Конечно. Вот. У нас нету такого, что раз у него денег нет, он не придет. Так, того не будем звать, угу. Так он бедный, так того тоже не будем звать, не, да? Нет, я же говорю, у нас этого всего нет. Я же говорю, нет, ребята, это все ерунда, это, да. Блин, бред. Человека нужно ценить за его моральное качество, за его, даже вот так вот общение, да? Конечно. Человек идет уже к тебе в гости, он несет свою энергетику, он несет свой позитив, и это самый главный подарок. Конечно. А там уже по финансам уже кто что может. Допустим, если у нас не будет там, допустим, денег, и нас пригласят кумовят, что я скажу, что я не приду к вам, потому что у меня денег нету. Я позвоню, скажу: Светка, ну сейчас вот такая вот ситуация. А что делать? Да. Вот. Подарю там или позже, или как? И я уверена, что мне, допустим, кума скажет: да ты что, дура? Конечно. И за денег ты не будешь приходить там или еще что-то. Вот. И вот так вот у нас у всех, я не знаю, ну, по крайней мере, наш круг общения, он, в принципе, весь такой, да? Да, ребята, это и называется дружба, и вот это, короче, называется дружба. Потому что если вы это там меряете по вот этим всяким этим самым, это все фигня собачья, то не дружба, это вообще непонятно что. Это уже, как это называется, человек... За деньги вот это как? Не, это по-другому называется. Просто в каждом, в разных обществах есть разные правила. Понимаешь? Есть люди просто по-разному живут. И те, которые живут немножко по-другому, они не могут понять нас. Ну да. Вот понимаете? Я знаю, что, допустим, есть там категория людей, которые вот они вот так вот именно. Если ты идешь, ты должен выложиться там туда-сюда. И если без денег, это стыдно. Да ни хрена это не стыдно. Мы простые как двери. Да. И нам пофиг, я же говорю, что... И просто мы тоже были в разных ситуациях. Конечно, и были конечно. В тяжелых ситуациях, конечно. Безденежных, и в ситуациях, когда хорошо было денег. Ну. И понимаете, мы просто понимаем все разные достатки, то есть, и я не буду не приглашать человека, если у него плохое финансовое положение. Это бред, это просто бред. Ну. Вот то же самое, да, вот Олежка, я понимаю, что у него сейчас с баблом проблемы, там, ну как, работа новая. Работа тяжелая, а финансов там особо не это самое, немного. Да, то есть еще мне теперь его не приглашать? И у него плюс вот сейчас недавно горе случилось, такие, это ж дядя умер, там вот такое это все. То что нам сказать, не, Олежку мы не будем. Так, Олежка не будем приглашать, у него денег немає, так. Бред какой-то, блин, ну сумасшедшего. Дело в том, что я же... И мы не готовили с расчетом на то, чтобы это все отбить. Мы просто приготовили, чтобы никогда. Люди набили себе животы, да, чтобы люди порадовались, чтобы были довольны. Чтобы выложили кучу приятных эмоций и забрали с собой кучу приятных эмоций. Вообще... И сказали, вот это мы погуляли, да. Вот для чего мы делаем день рождения. Праздники, всё. Любой праздник, девчонки и мальчишки, это обмен эмоциями. Любой праздник, это обмен эмоциями. А приготовление и все остальное, я вот когда готовлю и вложу туда, ну там финансы и все остальное, я абсолютно не задумываюсь, как мне это сделать, подешевле там или еще что-то. Вот у меня есть, я готовлю. Вот что было, то я и готовила. Деньги, допустим, закончились, да, уже там я там хотела еще кое-что приготовить, так, уже денег нету, ну там, допустим, много. Значит, это мы не покупаем. То есть да, у нас вот так вот. Просто так туда было. Не вылазим из особой шкуры, там из кожи и всего остального. Вот, чтобы как-то там это самое. Вот как было, так и было. Так что так. Я думаю, всем понравилось, я думаю, все остались довольны, правда? Конечно. Вот, так что так. И это самое главное, правильно? Конечно. Что нет вот этого такого акцента, какого-то там, знаете, что-то было не так, или что-то кто-то посмотрел не так, или что-то. Все было классно, все было шикарно, просто обалдительно. Сегодня планы у нас. Какие у нас сегодня планы? Планы же нельзя рассказывать. Нам планы нельзя рассказывать. Потому что то, что мы расскажем, оно обязательно нифига никуда не сбудется. Мы просто будем их снимать, то, что будем делать, и все. А потом просто выложим, да и все.
Да. Короче, да, вот такой вот у нас получилась болталочка, и уже, наверное, долгая болталочка. Да, да, надо закругляться. Дальше будем что-то показывать, стопудов. Да, будем что-то снимать, что-то показывать. Вот, сегодня еще встречаемся в любом случае с артистами. Куда мы поедем? Мы еще не знаем. Непонятно, да. Потому что там надо и машинку посмотреть, и то, и все. В общем, ну, в общем, вот так вот, короче. Да. Все, ребят. Девчатки и мальчатки! У нас утро, у нас понедельник, у нас все круто, у нас все классно. Вам желаем хорошего настроения на всю неделю. Желаем, чтобы у всех все слаживалось, складывалось и было только хорошо. Имейте хороших, настоящих друзей. Да. Да. Они 100 рублей. Они 100. О, кстати, это, кстати, про это, да, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Потому что друзья да, это... Да, и жизнь будет гораздо лучше. Ребята. Да, друзья это те люди, которые в любой момент придут на помощь. Если ты вот так относился всю жизнь, да, допустим, некорыстно, и ты можешь в любой момент позвонить... О, корыстные люди, блин. Корыстные. Вот я же хотела сказать, я говорю, вот как это слово. Вот это я забыл, да? Да. Вот, это самое. Если ты вот так вот всю жизнь к людям относился, то есть бескорыстно, и, в общем-то, и приглашал, и то, и все, и как бы вот, ну да, то в любой момент, когда тебе понадобится помощь, к тебе придут и не будут говорить, а сколько ты мне за это заплатишь? Понимаете? Поэтому вот так вот. Друг познается в беде. В беде, так что. Все, ребятки. Все, мы заканчиваем сегодняшнее видео. Посылаем вам немножечко позитива и настроения на целый день. Пускай у вас все всегда будет классно. Да. Солнышко вам пускай светит. Но не жарит.